Всем привет, меня зовут Сергей, и мы в поле пшеницы мотаем солому. В общем, соломы хрен знает сколько. Это уже граблями прошли такой волок. Очень большие волки, подборщики у нас маленькие. И получается вот такая фигня. Хреначит он на 145-м, на первой, на второй передаче. Хочет попробовать из-под комбайна. Это подымали граблями, а то и лежачий из-под комбайна получше берет. Ну что-то не лезет она конкретно. Назад, зай! Где бы? Подборщик встал! Не знаю, что там плотного, но... Нет, с той стороны. О-о-о. Похож, да? Да. На классовский. У нас на классовский, это, блядь, капусты ебаные, блядь. Что это за рулон, блядь? Это вообще... И, короче, и он не гребет это сено. Я его, блядь, это... Ну, сейчас он ворот подборщик поднять. Не идет, короче, у нас это сено. И этот задрюченный 145-й. Ни хрена не идет. И классовский подборщик. Узенький. Да и этот такой же. Ну, кардан новый ему поставили. Думали, что пойдет. А и он не хочет солому эту рулонить. Сейчас пробуем поднять подборщик, посмотрим, что будет. Нормально!
горщик встает. Что-то на него наматывает вон с этой стороны. Класс хоть как-то ее глотал, то этот Сереге это настало. Ну и как, Серег? Класс? Смух ты, нихуя, блядь, такой. Ну согласись, 145-й лучше же это класса 46-го, да? Не сумел, наверное, написать.
Да, ладно, короче, не идет у нас солома никак. Ни с тем, ни с этим. Ну ладно. Да, с тем-то хоть, блядь, 200 рулонов намотали. Тут у нас еще лежит хрен знает сколько. И это все убирать надо. Да. Еще и сено лежит. Короче, пипец. Ладно, всем пока. Смотрите, пишите.